Наблюдать за работой управляющих компаний и оценивать качество их услуг в Курске теперь будет управление муниципального жилищного контроля. Решение о создании новой структуры приняли депутаты городского собрания на очередном заседании. Кроме того, контроль за сферой ЖКХ возложен на первого заместителя главы администрации Курска. Первым заместителем, исполняющим обязанности до процесса согласования с городским собранием, будет исполнять Терехов Александр Евгеньевич. Председатель комитета ЖКХ, мы сегодня подумаем, кого назначить.